Сегодня для всех первоклассников наступила новая жизнь, а для студентов новый этап на их интересном и полном ярких открытий пути к учебным знаниям. Для студентов Анапского филиала МПГУ прошла торжественная церемония открытия нового учебного года. Мы побывали на мероприятии. В День знаний один из крупнейших вузов нашей страны, Московский педагогический государственный университет, приветствовал новоиспеченных студентов. Торжественное вручение студенческих билетов прошло в Центре культуры «Родина». Директор Анапского филиала МПГУ, депутат Совета муниципального образования города-курорта Анапа Елена Некрасова рассказала об истории университета, о внутренних порядках и устройстве. Также всем первокурсникам были вручены их первые в жизни студенческие билеты. Сегодня поистине замечательный, очень важный день во всей нашей стране – День знаний. Сегодня начинается новый учебный год. А для наших студентов, которые сегодня получат студенческие билеты, начинается новый жизненный этап. Вы сегодня становитесь студентами Московского педагогического государственного университета, студентами лучшего вуза Российской Федерации в области педагогического образования, студентами вуза, которому исполнится в этом году, в ноябре месяце, 150 лет. Десятки тысяч студентов за эти годы наш университет выпустил в большую жизнь. И вы сегодня становитесь частью этой большой, многотысячной студенческой семьи. Я вас искренне с этим поздравляю. Вы сделали правильный выбор. И с завтрашнего дня у вас начнутся прекрасные, великолепные, интересные учебные занятия уже в статусе студентов. Во время обучения в университете этим юношам и девушкам предстоит встретиться с лучшими профессорами и преподавателями, обрести навыки и умения, которые позволят им стать настоящими профессионалами. Миллионы школьников, студентов сегодня приступят к учебным занятиям. И наши студенты первого курса не исключение. 400 человек сегодня приступит к занятиям в Анапском филиале МПГУ. Это студенты очной формы обучения колледж, вуз, и студенты очно-заочной формы обучения. Сегодня мы им вручаем студенческие билеты, принимаем их в нашу дружную семью студентов МПГУ, ну и с завтрашнего дня они уже начнут получать знания. За свою многолетнюю деятельность Анапский филиал Московского педагогического государственного университета выпустил сотни квалифицированных специалистов. И каждый год число выпускников растет, ведь именно здесь делают все, чтобы студенты могли реализовать свои возможности, получить новые знания и влиться в большую дружную семью. Очень мечтала поступить в МПГУ. И вообще на дошкольное образование очень хотела быть воспитателем, педагог. Вот, поэтому для меня это очень радостно. Я сюда же поступлю на художественный. Тут такое теплое отношение к студентам. Прям я чувствую себя, как будто у меня появилась еще одна семья. И испытываю волнение немного. Мы решили поступить на дизайнеров, потому что нас очень привлекает эта профессия. И мы выбрали самый лучший университет. Именно. Хочется пожелать всем студентам Анапского филиала Московского педагогического государственного университета творческих и научных побед, а преподавателям новых идей и профессиональных удач. Самые добрые слова, поздравления с сегодняшним праздником, с Днем знаний, с началом нового учебного года всему педагогическому сообществу нашего города, всем родителям, всем семьям, школьникам, студентам. Такая большая, хорошая армия педагогического сообщества сегодня начинает новый учебный год. Пусть он будет интересный, насыщенный и очень-очень позитивный. Алиса Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.